В составе 4 ТПУ в столице появится почти 50 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике сообщает, что почти 50 тысяч квадратных метров коммерческих площадей появится в составе 4 транспортно-пересадочных узлов столицы по итогам городских конкурсов. В составе ТПУ «Тимирязевская-1», «Юго-Восточная», «Рязанская терминал-1» и «Кленовый бульвар» появятся новые многофункциональные центры с суммарной площадью 47,2 тысячи квадратных метров, отметили в пресс-службе. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова, суммарная цена лотов под коммерческую застройку 4 ТПУ на старте составила 243 миллиона рублей. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!